Мы в эфире. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Надо не поворачиваться спиной к камере. Добрый вечер. Тук-тук-тук-тук. Добрый вечер. Так, у нас пошла трансляция. Надеюсь, что да. Сейчас, подожди, я ищу кадр. Сейчас небольшие технические моменты, мы начнем. Вот, всем добрый вечер, начинаем наш ламповый вечерочек. Подожди, сейчас нас сюда репостнут, а то мы сейчас начнем у себя, а там не готовы. Там не готовы? Вот, все, репостнули, еще раз всем тогда добрый вечер, отлично, мы начинаем, мы группа «Акулий жир» из солнечного Подольска. Всех поздравляю с наконец-то с начавшимися теплыми деньками. Вот. Также всех поздравляю с наступающим летом. Надеюсь, оно будет прекрасное и хорошее. Вот, мы начинаем. Главное, чтобы не как весна, и вот весь с октября вот по этот сегодняшний прекрасный день страны межсезонья. Вот, огромнейшее спасибо Диме Махову, что пригласил нас выступить. Вот, и мы начинаем. Сегодня у нас какой-то странный так будет богословский. Начнем с богословского сета. Первая песня называется «Родился Бог». Thank you.
Всем привет! Как слышно по звуку? Слышно что-нибудь? Скажите, пожалуйста, да, как по звуку? Громче, не громче? Дима написал отлично, значит отлично. Отлично, значит отлично. Вот, и всем, кто присоединился во время песни, огромнейший привет. Мы Акулий Жир. Солнечного Подольска. Солнечного. У нас очень сегодня солнечная, хорошая погода, как никогда прям. Мы сегодня рады, я сегодня вот наконец-то перешел на шорты. Как вы можете видеть и лицезреть. Так. Нет, там не видно, ты колен подними. Вот. Ну и, соответственно, одинокий творец. Одинокий творец. Раз, два, три, четыре. Срывающий страх, будто собакой скулящая боли. Доколе, сука, доколе? Бешеный ритм разложения вен. Ждем перемен, лучше без перемен. Хочется солнца приятного дня. Успевая везде, пребывая нигде. Успевая куда-то, чтобы бежать. Находить, что нашел, чтоб опять потерять. Подоставать и вставать, чтобы пасть. Снастью до рыбы ловиться на снасть. Судьбы, как роли, роли от судьбы. Крики от боли ради сопли. Слезы из глаз на лицах икон. Мне больше веры, вера закон. Продать, чтоб купить. Сытым не жить, но голодным нажить. Лезть на штурмуемый вновь перестал. Влезть и подумать, кем же ты стал. Черные кошки, скребущие душу. Живый котенок, чешущий уши. Полка с конца окажется длинной. Но оглянись, и ты уже сгинул. Спасибо большое. Да, Колька. Ваше здоровье. Так, что у нас там далее? Точечки. Точечки. Текст. Нужен текст. Как у вас дела? Как у вас проходят вообще все эти дни, моменты в преддверии лета? Коронавирусом болеет. Ну, надеюсь, никто не болеет. Надеюсь, живы целые орлы. Там ниже по стене в группе «Последние четверги» там, в общем, про то, что наш коллега заболел коронавирусом, и, в общем, там пост целый. В общем, обратите внимание, пожалуйста, товарищи. Давай. Точки.
объятий до заточки, от искристой мелоды до познания, кто ты, от пьянящего веселья до хандры, что грудь живая, от панических похмелий до повтор. Неприятия пустоты, от изящества природы до навязанных желаний, от величия свободы до копальных указаний. Роль и роды, бог и боты, от прогноза до погоды, от бессмысленной борьбы до восторга от судьбы, от глаголов и наречий до души, что слов не просит, от печали бесконечной до любви, что ввысь возносит. Точки. Вот, вроде не вылетели из трансляции. Да, трансляция проходит, смотрю, что... без боев, тьфу-тьфу-тьфу. Потому что были опасения, когда вот закрываешь каким-то этим лордом, текстом. Так, туда... что у нас там следующее? Дальше что там, есть комментарий какой-нибудь? Панкратов Дмитрий, невероятно побеспокою. Панкрат. А, это тот, который на этом, на Лили, в Лили Брик говорил это, насчет базы в Подольске. Напиши в личку, блин. Да, пиши в личку. Мы же договорились, что ты напишешь. И вот, ты потом мне написал. Напиши. Да, напиши в личку, и там поговорим, да. Эти все моменты можем обсудить. Вот так все, вот. Дмитрий Махов пишет, все отлично, а все остальные шлют огонь. Огонь, а Ваня, мы вам тоже шлем огонь из своих сердец. Огнями. Да. Так, далее, что у нас какая-то песня? Yes. Мексиканец, конечно, вот у нас в преддверии лета, теплоты. Вот вам большого мексиканца. Он просто большой мексиканец.
Зайка, бородатый зайка. Если кто бывает в лесах. Нижегородский. Да, в любых лесах. Всегда вспоминайте бородатого зайку, который... Козырная песня нижегородских лесов. Да, и нижегородских. Женщин. Да. Полина Ружникова, привет, если смотришь. Да. Вот. Ну, и бородатый зайка. Дело все в легенде. Все спа.
когда ты, зайка, по лесу слонялся. Бородатый зайка, по лесу слонялся. Спасибо. Спасибо зарядке. За то, что мы в порядке. Да. Я вот последние полтора месяца езжу на велосипеде прям. И очень прекрасно, не делал ни одного пропуска. Прям. И зарядка, ты и. Ты соблюдаешь самоизоляцию, да? Я изолируюсь. А вот я дома сижу, видишь? Потому что у тебя нет велосипеда. Бля, да. Так, далее, что у нас? Вот. О! Вот, Вадюша. Вот, Вадюша. А мне, чтобы так это удобнее тебе это. Техмомент. Техмомент. Раз, два, три, четыре. Никто никогда не услышит, хоть раздирай до мозолей озябшее горло. Громадные ворота под скалой землей, вот с головой, вот с головой. Да никто не никто не стоял, замахнувшись за тощей стеной. И дрался внутри, и драл ловевшую пленную плоть. Со скуки подох, да со скуки подох. Сырой понедельник по пятницам тихо вошел. Здесь каждый бы мог, да только по кругу ходил, да сопливо стонал. Конченый бал, и гости уже, и уже, и уже разошли. И только забытый мужчина уснул за столом. Забитым вином, забитой виной, с ужасно больной, да не зрячей родной головой. С ужасно больной, да не зрячей родной головой. Oh,
поздно пожить. Не поздно пожить. Да не поздно, не поздно прекрасная публика. Альбертович, молодец. Так, а что... Что там по времени? Что скажу? По времени? 36 минут. Мы где-то минут 10 начали. Да, мы вообще очень хорошо идем по графику. Вечно. Две песни, да? Успеваем? Да, две песенки у нас осталось. Если, да. Если не успеваем, то там Дим напишет. Все равно две. Две сыграем. Может просто удалить, мы в группе-то останемся зря. Ну ладно, да, но не будем пользоваться таким лайфхаками. Да, мы вечно молоды. Мы не читеры, мы вечно молодые. Да, всем вечно молодым. Веста, вечно молодым, если смотришь. О-о-о, стопай, ребенок. Сейчас, секундочку, что-то у меня гитара ползла. Да ладно, сильно? Можешь Фендер взять? В общем. Да не, не, не. Фендер будет не пополз. Это у меня все наготове. Хорошо. Как хорошо иметь дело с профессионалами. Что бы ни случилось, у них все всегда наготове. Прекрасно. Взаимно. А если нет, то соберем мы из говна и палок. Да. Как? Как и много. И прекрасно в этом мире. И много в нашей жизни. Давай, хорош пиздец. Да. Башкою, там мозолей в мозгах, домик крепкий, стены все
легкий вены шторм. Часто скатится прахом все то, что само не ушло. И сердечно я хочу выпить вечером половины. Я хочу быть вечно молодым. Как Альберты. Я хочу быть вечно молодым. Альберты. Я хочу быть вечно. Я хочу быть. Акулий жир. Да, Дмитрий Кулич, да. Максим Альбертович. Ну и заключительная песенка. Заключительная. Песенка на сегодня — это «Кудрявая». Погрузимся в мороз 80-х. Та самая скандальная. Та самая скандальная. С кем мы скандали? И самая новогодняя. И самая наша новогодняя. Да, самая новогодняя. Пошла в кудрявой шапке гулять. Встретил тебя проклятый лошадь, и он начал к тебе приставать. Прекрасно начал он приставать. Кудрявой шапке восьмидесятых, кудрявой шапке восьмидесятых приставать. А через 9 месяцев вышел детеныш. Кудрявый шапке, кудрявый детеныш. И был он кучером всю свою жизнь, и был он кучером всю свою жизнь. Кудрявый шапке восьмидесятых, кудрявый шапке восьмидесятых приставать. Ёбаный ебало, завали ебало. Ебаный ебало, завали ебало, ебучий кучер, ебучий случай. Я ему говорю, завали ебало, я ему говорю, завали ебало, ебучий кучер из Москвы. Кудрявый шапка восьмидесятых, кудрявый шапка восьмидесятых, кудрявый шапка восьмидесятых. Сообществу «Последние четверги». Спасибо Дмитрию Махову. Отдельно Дмитрию Махову прям. Димон, вот, ты вообще. Мы всегда готовы участвовать во всех этих движениях. После нас вроде как Владимир Глоба. Да, приглашаем Владимира, да, Глобу. Мы закончили. Вот, вот. Всем вот. Спасибо, есть, ребята. Есть вероятность, что мы в ночи, потом спустя где-то час, может быть, появимся, да, в нашей группе ВК. Заходите, по, да, попоем, да. Попоем песенки, вдруг, ну, вдруг. Вдруг мы напьемся. Да. Все, ваше здоровье, дорогие друзья. Всем, блин.
Так, а что, надо там вырубать? Да. Там-т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 ам.